Дорогие братья и сестры, жители и гости югорской земли, сердечно от души поздравляю вас с светозарным праздником Рождества Христова. Человечество ожидало этого обетования много тысяч лет, и Господь принял плоть человеческую, пришел к нам на землю для того, чтобы указать спасительный путь каждому из нас. И в этот день хотелось бы, чтобы каждая душа, каждого человека приготовила те теплые и добрые ясли своей души для того, чтобы принять Господа. А если Господь будет с нами, то будет и мир, и благополучие. Я искренне, от души, от сердца поздравляю с этим днем и желаю, чтобы Господь принес каждой душе мир и благополучие. С Рождеством Христовым и новолетием благости Господней, мои дорогие, с праздником!